Всем привет! Сегодня покажу, как я заготавливаю овощи на зиму заморозка. Это у меня для омлета. Для этого я взяла вот такую цветную капусту, немножко красных помидор и вот такой кабачок цукини. Кабачок нарезаю кубиком. Сюда же я отправила соцветие цветной капусты и сейчас нарежу помидоры. Итак, осталось все перемешать и разложить по пакетам. Вот такая вот заготовка к омлету у меня получилась. В принципе, можно потушить овощи, сделать омлет. Зимой достали из морозилочки, положили на сковороду, залили яичками. Или как у вас там фантазии хватит, можно в духовочке запечь. С мясом, с какими-то там крупами. Ну, в общем, кто на что гораст. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.